что едем дальше. Наша задача на сегодня отдать машину. Навигатор нам сказал, мы въехали в запретную зону и даже не рисует больше ничего. Хорошо, что нас сопровождают, что без поддержки и помощи мы бы, наверное, не нашли места. Но нам очень нужно отвезти буханку, поэтому немножко страшно, ребята. Ну все, мы довезли ее. Сейчас будем выгружать. Конечно, это, наверное, сложнее, чем заезжали. Все, мои дорогие, спасибо огромное всем, кто поучаствовал в доставке и в приобретении этого автомобиля. Наш герой очень скромный, поэтому я говорю за него. Спасибо всем. Спасибо всем, кто помогает нашим ребятам. Ведь это спасает их жизни и ведет нас к победе.